Коалиция грузинских неправительственных организаций в российский выбор написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой усилить в Грузии пропаганду о значении Евразийского союза. Наша главная цель, чтобы наша, значит, чтобы в Грузии обязательно начался информировать население о Евразийском экономическом союзе. Вот печально, что грузинские СМИ практически все, 90% информируют грузинский народ и общество, что вроде Евразийский экономический союз — это Советский Союз, что это похоже какой-то военный блок. Ну, реально это не так. Но информация о населении нету абсолютно. В регионах нету информации. Вот люди интересуются, что такое вообще Евразийский экономический союз. И главное, знаете, то, что вот в таком же ситуации, когда практически ничего нету информации о Евразийском союзе, те американские неправительственные организации, которые проводят опросы, там USAID, NDI, они тоже не могут скрывать, что 20% населения хочет, чтобы Грузия вступила в Евразийский экономический союз. Члены коалиции ряда неправительственных организаций уверены, что борьба против западной пропаганды возможна информационными средствами. Для долгосрочной перспективы нашей страны мы считаем необходимым эффективную агитацию, пропаганду значения евразийского пространства для Грузии и предоставление полноценной информации грузинскому обществу и широким массам, говорится в письме к Путину. При этом отмечено, что члены коалиции и их сторонники глубоко верят, что в будущее развитие Грузии невозможно без развития ее азиатского направления и, конечно, без добрососедских и партнерских взаимоотношений с Российской Федерацией.